Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в Skyrim. Да, такая небольшая техническая заминка. В общем-то, что мне есть вам сказать по поводу Skyrim? Текстуры отключились к хренам, поэтому играем сегодня в мыльные HD от беседки, как бы, что делать? Ну, здесь текстуры на самом деле, по-моему, не менялись ни разу. Боже, что ты так орешь? Так, а звук, интересно, не слетел ли? Нет. Да, короче говоря, будем проходить пока что Skyrim так. Потому что текстуры, которые у меня были, они почему-то то работают, то не работают. И я не один такой. И как бы вот, казалось бы, нажал два раза кнопку, и они установились. Но сейчас, ага. Конечно, блин, размечтался. Все, вообще все текстуры у меня работают, которые я пытался ставить, кроме тех, которые мне реально нужны. А другие, они либо делают из Skyrim гребаную Final Fantasy, что вообще не круто, либо... Ну, либо они просто страшные какие-нибудь. Вот, а Skyrim 2K, они были ближе к дефолтным, поэтому они мне нравились. Вот, ну ладно, неважно. Так, за гранью обыденного... Наверное, вот по этому квесту надо пойти записать словарь. Давайте сначала сходим, наверное, по квесту «Первые уроки». Я хочу осмотреть коллегию Винтерхолда. Возможно, меня научат какому-нибудь заклинанию. Возможно, купим с вами какую-нибудь исцеляющую книжку. Я думаю, что меня сейчас плохо слышно, да? Мне кажется, надо потише сделать звук в целом. Где-то как-то вот так вот. Да, началось все с того, что я хотел поставить текстурки на красивый снег. Поставил, блин. Теперь остался без старых текстур. Так, мне куда-то в коллегию Винтерхолда. Да, если у меня за спиной начнется какой-то грохот и цоканье когтями. В общем, там угрожает и свой Skyrim, она охотится на муху. Вот уже, наверное, минут 40 тут бегает. Так что, прошу понять и погостить. Работаю над очень важным проектом, уверяю тебя. Я вынужден хранить истинную природу. Мне кажется, здесь мало кто действительно понимает, как полезны будут результаты моего открытия. Когда я закончу свой труд, все поймут его значение. А теперь я покажу, где будешь жить ты. Мы разместим тебя вместе с другими учениками. Скоро ты с ними познакомишься. Разве я не Довокин? Вот твоя кровать и стол. Пожалуйста, старайся уважать других. А теперь пошла к черту, мразь. Стихии, где большинство членов коллегии собирается для лекций и практических занятий. Ага. Эй, прогуливаем пары по магическим занятиям. Отлично. Так, что это такое? А, это очередное чтиво. Блин. А, еще с мим слетел. Ну ладно. Ладно, я потом его поставлю. А, static mesh. Что-то там, improvement mod. Короче говоря, все вот эти вот ручечки, все вот эти вот дверки, все вот это вот улучшает, скругляет. Ну, черепки вроде пока работают. Ам-нам-нам-нам. Кто черепа раскидал в моей комнате? Вы что, охренели, что ли? Вначале ты будешь учиться у Толвдера. Он один из наших самых уважаемых волшебников. Ну окей. Отличная задница. А Бабливионе. Мы поговорим после того, как я покажу тебе территорию. Ну, покажи мне свою территорию, что ты.
И такая неловкая пауза между мной и ей. Толгер, по-моему, уже произносит речь перед новичками. Иди туда, и если у тебя возникнут сложности, сообщи кому-то из старших. Из старших, блин. А я малолетка, да? Просто эльф-тинейджер. Пойду ягу пить за углом. С каджитами. Здрасте. Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, ты похож на Гэндальфа. Сказал, прежде всего, нужно уяснить себе, что магия... Так, у меня, кажется, опять сабы слетели. Что у меня с настройками происходит постоянно, я не понимаю. А, нет. Он просто говорит какую-то нудную хрень. Природе своей непостоянно и опасно. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Профессор Гэндальф, а почему я? А тут еще вон тут девочку спросите, это все она вообще затеяла. Я думаю, нам стоит применить знания на практике. Видите, он тоже согласен. Почему вы нам что-нибудь не покажете? Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия оберегов? Я не знаю оберегов. Я могу научить тебя самому простому оберегу для цели этого урока. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда. Так, предметы. А, нет. Пожалуйста. Магия. Так, малый оберег. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Тебе нужно поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи... Стой смирно. Тебе нужно поддерживать заклинание, иначе... Ты старый мужик! Не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. Стой смирно. Великолепно! Тормоз ты! Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала неподалеку. Мне это не нужно. Я просто хочу пройти квест небольшой, но... На самом деле... Возможность для обучения. О. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Ага, всем спасибо за просмотр, блин.
Так, я 175 двемерских стрел, я думаю, что стоит прикупить еще. Хотя, возможно, после этого квеста. Знаешь, это одно из немногих мест, где ты действительно можешь получить настоящее магическое образование. Скайрим и Эльсвейр — полная противоположность. Но магия... магия везде одинакова. Коллеги в Скайриме что-то вроде диковинки. Норды не слишком тепло относятся к магии. Да и наплевать. Отправиться в любое место, где сможет научиться новому, пусть даже в сам Обливион. А Джзарк все-таки прикольный чувак. Не помню, правда, чем он мне не нравится. Это тяжело быть на всех занятиях лучшей. Надеюсь, я оправдаю ожидания окружающих. Так, по-моему, у него что-то было на продажу из заклинаний. То, что различные книги, свитки. Ты наверняка найдешь тут много полезного. А, не, у него просто книги. До встречи. Черт, а у кого же я тогда... А, наверное, это в жилом корпусе было. Там точно кто-то чем-то барыжил, вот только я не помню, кто и чем. Я не уверен, что это были... книги. Ну, то есть там кто-то торговал штуками всякими и покупал всякую хрень, но он типа скупал краденое. Или она. По-моему, парень все-таки это был. И... возможно, нужно пройти какой-то квест гильдии. Чтобы он там появился. Это, по-моему, это какой-то из эльфов. Так, да что вы такие нищеброды-то все, а? Ты из тех, кто верит, что сможет изменить мир? Или твои запросы не идут дальше честолюбия? Воу-воу-воу! Уверяю вас, я буду наблюдать за вами. Я советник Архимага. Талмар желает наладить сотрудничество. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Так, ясно. Нет, это какой-то другой эльф. 4 монеты. Опять 4 монеты в сундуке. Боже ты мой. Интересно, в чем они хранят спички? Так. Может быть, этажом выше? Так, отлично. Немножко по нищебродям. Житплей рулит. Мирабелла. Хорошо, может быть еще выше? Эти спички в коллегии магов непромокаемые, очевидно. Так, есть что-нибудь? Тут эта хрень, по-моему, шипит. Ладно. Нудные они, ребята. Потом. Да, Вьювер, прям так и хочется прострелить с ним поганым высоким эльфом лицо. Согласен, отличная озвучка. Так, а мне... да вы, блин, не могли поближе немножко, а? Господи Иисусе. Да, кстати, пока я тут бегу, немножко отвлечемся от Скайрима, буквально на пару секунд. Без спойлеров в чате, без вообще... Твое присутствие действует на талмарцев, как дурной глаз. Вижу, ты умеешь выбирать себе врагов. А, 23-я серия Флэша охренительная просто. Сезон кончился просто космически охренительно и космически внезапно. Потому что то место, на котором он закончился... все еще спойлеры.
Вот, оно... Он не должен был просто там кончаться, по-моему. Просто так внезапно, еще полгода до развязки событий. Это жесть. Это просто нахрен жестоко. Да, блин, где эта развилка гребаная? Где-то тут? А, ну вот это что ли? Да не похоже. Карьерный камень. Ну, как будто бы да. А, во. Знаешь, прежде чем ты начнешь расспрашивать, да, мои предки не мыслили жизни без магии. И нет, я не хочу об этом говорить. Да, я знаю, что в Винтерхолде проживало множество моих сородичей. И нет, меня не смущает, что теперь они все уехали. Еще вопросы есть? Мне постоянно задают одни и те же вопросы. Я хочу учиться, а не рассказывать о себе снова и снова. Прошу прощения, я ошиблась. Угу. Мне ее даже жалко. Она, по-моему, темная эльф, если я не ошибаюсь. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Это все. Погляди. Ага, у него тоже есть что-то на продажу. Так, блин, магическая одежда дорогая, капец просто. Дубовая плоть, каменная плоть, магический свет. Магический свет прикольный, но мне не нужно. А, вот это вот прикольно, свет свечей. Так, а здесь что? А, камни душ. Ну, камни душ мне пока что не нужны. Да и тебе не хворать, пенек. Чистое небо, говорите. Люк, покор! Это же уже вроде не Винтерхолд. Нет, все-таки это все еще Винтерхолд. Что со стрелой-то произошло до этого? Я не понял. Она как будто бы не долетела. Ну-ка. Да сделайте же что-нибудь. Что? Кто здесь? Блин. Прости, Бобик. Я думал, ты волк. Черт, не люблю убивать собак. Хотя это игра, это все равно охренительно неприятно. Так, магия. Почему талант можно использовать раз в день? Что за бред? Так, это козлик. Капец, тут медведей. Целых два. О боже, нет. Откуда столько много медведей? Так, по карте мне... Да, сюда. Ну просто мало ли мне вот туда... Глупо было бы спуститься и осознать, что мне дальше, блин. Я не знаю, могу ли я здесь чувствовать себя в безопасности хотя бы какое-то количество времени. Вообще есть кто-нибудь? Кажется, тут вообще никого нет. Знаете, как это обычно бывает? Приходишь, расслабляешься, получаешь стрелу в задницу.
Мне что, теперь их ждать? Ну, ладно. Ну хорошо, ты пришла. А где Пендальф? Опять собрал его, навернулся. Вот вечно с ним так. Господи, дружище Пендальф, ты не мог бы идти побыстрее, где бы ты нахрен ни был. Может, мне с ней поговорить надо? Восхитительно, правда? С чего бы? Потому что это старые развалины, и тут полно мертвецов? Да. Тебе явно не доводилось бывать в Моровинде. Ну да, ты права, не доводилось. Угу. Угу. Так, где старик? Господи, куда он запропастился, а? Меня явно не пускают туда, потому что вот встретиться с Столфдером около... Блин, эти названия хуже, чем в Ведьмаке иногда. Хотя кого я обманываю, в Ведьмаке название хуже. Вообще там лошадь по кличке Плотва и Азаза. Где ты, старый пердун? Может, его медведи сожрали? И он в обход пошел. Через Канаду, блин. А, я пойду, обойду эту хрень через Моровинскую границу. Эй, подождите меня. Где ты? Так и знал, что у этого старого оленя проблемы. Медведи, значит, жаришь. Вот же ж, блин. Что? Меня не победить так просто. Да, вот меня могут. Люк, Фако! Господи. Так, не надо меня так, пожалуйста. Да это... Господи боже. Ну почему я всяких дебилов должен выручать от двух гребаных медведей, а? Нажрался, веди себя прилично. Но нет, я же Гэндальф, я же должен, блин, побороть двух медведей. В кулачном бою, мать его. Нельзя просто взять и дойти спокойно до места назначения. Нет, надо сцепиться с медведями, черт возьми. Ты что, русский Иван, что ли, чтобы сцепляться с медведями? Как его там зовут, блин? Мужик, ты дебил.
Да, ты ого-го, поэтому только что чуть не умер. Господи, что с медведем сейчас было? Уважаемый и неуважаемый старикан, теперь мы можем пойти? Где ты? Так не говорите, что он пошел второго искать. Идиот. Господи, я играю с каким-то... Мне достался NPC-идиот. Эй, медведь, иди сюда! Ну что, ты убил его, Довокин? Черт, придется искать еще одного. А, медведь, иди сюда! Сволочь. Подонок. Дебил. Оставь козу в покое, кретина ты. Невозможно работать в таких условиях. Слышь, победитель коз, мы идем уже или где? Пошли, говорю. Хорош кузнечиков ловить. Алло. Псих. Чтоб тебя кони мучили. Сдох он уже. Убил я медведя. Вон он лежит. Где ты? В пи... Думаю, теперь там никого нет. Правда? Это всегда так воодушевляет. Видит. Слышь ты! Молодое поколение рвется к знаниям. Господи боже. И вот с ним я иду в подземелье. К драургам, да? Драургам. К мертвецам, короче. Вот с ним. Угу. Да там мою жопу сейчас на куски будут рвать. Где эта девушка-эльф? По-моему, она тут одна вменяемая. Восхитительно, правда? Нет, ты не представляешь, какой дебил у нас наставник. Он за медведями гоняется, слышь? За медведями, чем Карл! О магии, верно? Восхитительно, правда? Ну вот мы все в сборе. Войдем внутрь? Нет, пойдем погоняем еще пару медведей по склонам. Хорошо. Когда войдем, держись рядом со мной. Правда? Там должно быть безопасно, но осторожность не помешает. Ага, а на высоком Хродгаре нужно беречься волков. Плавали, знаем. Так, я, пожалуй, сохранюсь. Пожалуй, даже в этот раз в новый сейф, потому что у меня тут стоит новый мод. На диалоге, на боксы. Ну, то есть, чтобы на кнопочки было удобнее нажимать. Когда выбираете там да или нет, там обычно кнопочка, ну обычно то та область, куда можно навести там 5 на 10 пикселей, а тут она, например, там 100 на 200 пикселей. Как возможно известно некоторым из вас, Сартал одну из самых ранних нордских... Знаешь, тут даже не думай быть золото. Пошли. Ночи слез. О том, что случилось в Сартале, известно мало. Но драугры тут будут, видимо, да? Для нас это удивительная возможность прикоснуться к истории. Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Никаких да. Вопросов. Может, ты попробуешь чем-то помочь Арнелу Гейну? Он один из ученых. Каталогизирует наши находки. Я думаю, он будет рад, если ты найдешь еще какие-то магические артефакты в этих руинах. Ага. Подойдут любые зачарованные предметы. Полезность заклятия значения не имеет. Если что-то найдешь, всем ученикам следует это осмотреть. Ну-ка посмотрим, чем займутся остальные. Бриллина, дорогая, проверь, пожалуйста, наличие охранных чар. Что-нибудь, что должно было бы отвалить. Так, мне нужно найти что-то где-то.
Где-то вот там что-то надо найти. О, смотрите-ка, можно чем-то даже разжиться тут. Что-то у меня такое чувство, что свалился я куда-то не туда. И, возможно, как-то я отсюда не выберусь. А, не, о, можно выбраться. Наверное. Здрасте. Вряд ли мы тут что-то полезное найдем. Что? Ах да, ты. Я тебя помню. Ты собираешься помочь? Хорошо, просто... Просто не мешай мне работать. Я смотрел только часть этой секции. Ты можешь поискать в северных комнатах. Только будь осторожнее, ладно? Мы не хотим ничего повредить. Что говоришь? А-а-а. Повредить все, что найду? Хорошо. Зачарованное кольцо. Ну окей. Зачарованное кольцо. Кто-то разбросал очень много зачарованных колец. И зачарованное кольцо. Ой, а что это? А черт, ловушка. Нет. Что это еще за грохот? Все в порядке? Я нашел 3 зачарованных кольца, одинаковых. Мужики, это что-то должно значить. Как же это могло случиться? Ну, в стене был амулет, в общем, он теперь у меня в руке. Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? А давайте просто, короче, прутья выломаем, и я выйду. Не вариант. Можно на них писать, короче, еще они заржавеют, и лет через 5 я освобожусь. Этот амулет. Ты видишь? Стена как будто резонирует. Это как-то связано с амулетом. Интересно. Какой эффект будет у твоих заклятий? Что делать-то надо? Ну, давайте жахнем... Я думаю, что это не дело не в амулете. Дело в том, что я жахнул гребаным огнем по стене. А, блин. А, кстати, да. Здесь вот. На альт переключаться. Ага, и ты прошел, да? Но как необычно, что ты мог пройти, а мне не сказал. Говоришь, одень обычное вот это вот кольцо, может там что-нибудь не произойдет страшного, может быть тебя не разорвет на куски. Эй, его не разорвало на куски, пацаны, все безопасно, идем. Че, бомж хренов. Убирайся от меня. Пошли. Нахрен бальзамировать трупы в пещере, а? Подожди, маг, и послушай.
Ну вот, опять приходы. Потому что в тебя верит Орден Синджиков. Ты, маг, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Будь крайне осторожен и знай, что Орден наблюдает за тобой. Я клянусь, в тот момент я почувствовал что-то очень странное. Как будто один из твоих учеников заперт в клетке, из которой он не имеет выхода, да? Ты это почувствовал, а? Появился какой-то призрак или видение, и он заговорил со мной. Мужик, когда меня отпустят? Боюсь, я ничего не видел. Это же мои глюки. Что произошло? Орден Псиджиков? Это точно? Очень странно. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть в эти гробы. Вот теперь, давай не будем. Кто знает, что мы там найдем? Драугров, беспокойных. Угу. Так, мужик, ты заглядывай, короче, а я пошухерю. Не стоило сюда приходить. Кто бы мог подумать, да? Придурок, блин, то медведи, то драугры, ты вообще чему-нибудь учишься? Ну, кретин, ей-богу, ну. Интересно, он пытался засунуть хрен в розетку? Если вы ждете, что я приведу к этому какой-то аргумент, то нет, он просто так должен был это сделать. Типа, о, розетка, у меня есть хрен, чпок, пяу, улетел. Может быть, поэтому седой, кто знает. Жесть, блин. Мужик, ты вообще как жив-то еще остался? О, дракон, давайте дернем его за яйца, посмотрим, что будет. Дзынь, блин, о, черт, дракон полетел на меня. Это просто поразительно. Да, рычаг открывает дверь. Готовыми защищаться. Это шикарно просто. Смотри, смотри, дверь открыл. Хочешь пойти помахаться с кем-нибудь? С медведем Драугром, например. Нужно быть осторожным, сказал он. И попёр через комнату напролом. Че, знаете, я не хочу. Уйна! Если бы не я с моим луком, ты бы сейчас сдох, ты понимаешь это? Я ж гребаный леголаз. Я не видел ничего подобного в нордских руинах. Да, драугры в нордских руинах. Какая неожиданность-то. Ты только посмотри на эти гробы. Тут... Мужик, все нордские руины, в которых был я, выглядели именно так. Придурок. В жизни не видел ничего подобного в нордских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Тут нужен более внимательный осмотр. Я останусь и все тут изучу. А вот тебе стоит пойти дальше. Попробуй найти что-то связанное с твоим видением. Ну спасибо, блин. Короче, ты очистил эту пещеру от драугров, я теперь поизучаю эти гробы. А ты дуй дальше, потому что... Квест! Там безопасно, говорили они. Это, видимо, не я сейчас зачистил подземелье от гребаных драугров. Это, видимо, снова мои галлюцинации, вызванные курением скумы.
Что-то мне очково, ребята. Слышь, мужик, ну еще 5 минуточек, поспи, пожалуйста. Ау. Я наступил на ловушку. Я знал, что она там, но я шел спиной и не видел ее. Ладненько. Дубль 2. Недолго музыка играла, недолго зомби танцевал. Хедшот. Хедшот. Конечно, это мой настоящий голос. Это я еще не в голосе. А вот так это делаю я. Интересно, что... Блин. Интересно, что он кричит? Он же не Фусрада кричит, по-моему. Дебкий древний нордский лук. Чем мне эта хрень? Зачем мне этот хрень? Ламеллярная броня с рогами, да? И Вася, как и хорошая броня. Я бы еще зачаровать сины бы не был. Маленький камень душ. Душевный камешек. Кошелек с монетами. Как хорошо, что валюта не меняется в этом Скайриме миллиарды лет. Что у нас здесь? Что-то мне как-то сыкотно идти туда, где куча драугров. Так, ну эти не встанут. Они же скелеты. Нет, вазончик я, пожалуй, оставлю. Так, этот бро тоже не встанет. А, не, это другой квест. Пардон, муа. Так, тут тоже не будет встающих. Раз и две. Да, пошел.
Амулет Аркея. Дверская стрела, золото, корондовый слиток. Неплохо. Так. Надеюсь, сверху там ничего не было. Позади. Да, но этот квест я, по-моему, тоже делал. Так, ну с загадкой все понятно. Господи. Страшненький. Ха. Ау. Я не вижу ни черта. А, вот оно что. Не стоит им помещать разгадку прямо за... Что? А, тут еще два камня. Все понятно. Не, я просто не докрутил. Вот, видите? Вот я сейчас возьму и открою. А что если бы пришел нормальный человек, а не идиот вроде меня? Все? Ограбил бы? Чтоб меня кони мучили. Нам туда. Кажется, ребят, нам туда.